Вчера мужа рассмешила. Выходим, он пригласил нас с дочкой на мороженое пойти покушать, а он ключи забыл. А я выходила позже, увидела, что он ключи взял. И не взял, вернее. И я их взяла. В общем, смотрю, и он такой бежит к дому. Я говорю, ты куда? Он говорит, я ключи забыл. И я говорю, если бы я попала в такую ситуацию, он бы обязательно сказал. Это у нас стандартно, он бы обязательно сказал. Как хорошо, что я у тебя есть, I'm ahead of you. Вот я впереди тебя, типа, I'm ahead of you. Вот. А я ему передаю ключи и говорю, я очень добрая, я могла бы сказать, как ты меня учил, I'm ahead of you, но я не буду говорить. А надо быть добрыми, надо учить доброте. Говорю, вот я тебе передаю ключи и не говорю. I'm ahead of you. Вы послушайте, это же получилась хохмочка. То есть я ему передаю ключи из рук в руки и говорю, а я тебе не буду говорить. I'm ahead of you. То есть я впереди тебя. И он стал смеяться, потому что, смотрите, получилась хохма. Я же произнесла это, я тебе не буду говорить. Как бы я и учу, но и это смешно получилось, потому что я таки произнесла это, я тебе не буду говорить I'm ahead of you, я тебе просто передам ключи.